В начале выпуска шокирующая информация. В Чебоксарах в воскресенье вечером 2-летняя девочка погибла от рук собственного отца. По версии следствия, вечером 15 ноября текущего года в городе Чебоксары подозреваемый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору со своей 2-летней дочерью, в ходе которой избил ее, после чего задушил, сдавив руками шею. В результате девочка скончалась на месте происшествия. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, злоумышленник пояснил мотивы содеянного тем, что ребенок не убирал игрушки. В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу. В случае, если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.